Многие выпускники, покидая профессиональный педагогический колледж, задумываются о том, что на них ложится ответственность за будущее тех детей, которых им предстоит обучать в школьных и дошкольных учреждениях. А итогом кропотливого студенческого труда является долгожданный диплом об окончании среднего профессионального образования. В своих выступлениях выпускники выражали искренние слова благодарности родному колледжу, его руководству и своим преподавателям за опыт, терпение, знания и мудрость, которыми они делились на протяжении долгих лет. Слово для открытия торжественной церемонии, посвященной вручению дипломов, было предоставлено заместителю директора по учебной работе Сабрине Айдиевой. От всей души поздравляю вас, дорогие ребята. В колледже вы прошли несколько этапов своей жизни. Мы с вами познакомились, когда вы были нашими абитуриентами. Потом вы стали нашими студентами. За время учебы многие студенты стали даже родителями. И сейчас вы находитесь на пороге юности. Закончился не менее важный период вашей жизни. Вы вступаете во взрослую жизнь. По сложившейся традиции, лучших выпускников колледжа награждали почетными грамотами и памятными подарками. Одной из лучших выпускниц колледжа 2017 года является Зария Таджиева, которая принимает активное участие в общественной жизни города, состоит в волонтерском корпусе. Ни одно мероприятие не проходит без участия Зарият. Каким бы ни был наш дальнейший путь, он уже не будет связан с колледжем, со всеми теми людьми, которых мы успели очень сильно полюбить за эти 4 года. Я думаю, каждого из сидящих здесь сейчас выпускников переполняют эмоции от той мысли, что совсем недавно мы сами, буквально детьми, поступили в колледж, а сегодня выпускаемся учителями в начальных классах, которым взрослые люди, родители доверят самое главное, что есть у них в жизни – детей. В качестве почетных гостей на мероприятии присутствовали первый заместитель главы администрации Бадыр Ахмедов, начальник отдела по делам молодежи и туризма Айшат Атаева. Бадыр Ахмедов от имени главы города Зайнуддина Акмазова и от себя лично выразил слова поздравления в адрес уже дипломированных специалистов и пожелал дальнейших успехов в педагогической деятельности. Хочу поздравить с окончанием этого учебного колледжа, пожелать вам, как говорил здесь выступающий, здоровья в первую очередь, чтобы каждый из вас нашел свое место в жизни, и вы вступаете действительно во взрослую жизнь. Может, кто-то из вас продолжит обучение в высшем учебном заведении. Вам всех благ, успехов и удачи! Вручение дипломов – самый главный для педагога и выпускника праздник. В этот день подводится черта под всеми заботами, огорчениями и радостями. Итог жизненного пути длиною в 4 года. Около 142 выпускников, из которых 28 окончили колледж на отлично, стали достойными выпускниками профессионального педагогического колледжа имени Зайналабида Батырмурзаева. Главные звездочки педколледжа Аджиева и Зария Надирсултановна. По завершению официальной части церемонии вручения дипломов для всех присутствующих творческим коллективом колледжа была проведена концертная программа для всех выпускников. Руководство от имени всего педагогического коллектива учреждения выразили слова поздравления и благодарности своим выпускникам и пожелали доброго пути на педагогическом поприще. Бурлия Цамбиева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».